Cea mai bună jucătoare a Moldovei a fost aleasă Ludmila Caraman, care este și capitan la echipa națională. Ludmila, bună seara și felicitări! Bună seara, mulțumesc! Ai fost aleasă cea mai bună jucătoare din țară și în 2010. Care până la urmă este cel mai bun an din cariera ta? Ну, я не могу сказать, что либо 2010, либо 2017 были лучшими годами, а считаю, что самыми успешными были те года, когда команда, в которой я играла, занимала первое место в чемпионате, потому что это давало нам шанс играть в играх Лиги чемпионов. Чине ця інсуфла драгості фаці до футболу? Я начала играть в футбол еще в 14 лет, а в это время у меня играл, в свое время отец играл в футбол, а также брат. И думаю, что это у нас семейное. Да, жоче на экипа Агариста Нени Ной, который есть лидер в чемпионате национала футбол феминин. На экипа национала авем, ята, 4 фети, которые жоака в Румынии, 3 в Чипру, и какие-то в Русии и Казахстан. Де че не эволюез и ты пести хотаре? Ну, поступали предложения выступать за российские клубы в 16 лет, и я попала в «Спартак Москва», но по правилам УЕФА не имела права играть до 18 лет в чужом чемпионате. Пришлось вернуться обратно в Кишинев, после чего было приглашение с клуба Тольятти, где я была на просмотре, была принята в команду, но на тот момент я решила, что учеба для меня важнее, потому что я училась в техническом университете Молдовы, и опять же вернулась в Молдову. После чего уже мне поступило предложение с командой Швеции выступать в клубе. Но тогда уже я была в положении, и, конечно, семья и в будущем родить ребенка для меня стали важнее, чем развивать свою футбольную карьеру. Am înțeles. Spune-mi, în acest an, Naționala Moldovei a debutat în runda a doua preliminară a campionatului mondial din 2019, unde jucăm cu echipe tari. După 4 meciuri avem 0 puncte la activ. Dar am pierdut 3 meciuri la scor cu Belgia, Italia și Portugalia. Care ar fi cauza acestor înfrângeri categorice, 0-12 sau 0-8? Вы знаете, группа у нас попалась очень тяжелая, потому что 3 команды из 4 участвовали в финальной стадии чемпионата Европы. И все лето эти 3 команды, Италия, Португалия и Бельгия, у них были игры, у них была очень серьезная подготовка. Что говорит о нашей сборной, то 10 лет не было национальной сборной. И есть большая разница в возрасте игроков. Допустим, мы, которые еще играли 10 лет назад, и девочкам, которым сейчас всего лишь по 20 лет, у которых еще нет такого опыта. Плюс девочки только уехали за границу, где они начали тренироваться и играть в европейский футбол. А взять девочек, которые играют в сборной Бельгии, там те, кто игроки, которые играют в ведущих клубах Европы, таких как Лион, Парис Сен-Жермен, Атлетико Мадрид. Нам, конечно, далеко еще до этих команд. И, конечно, в классе мы уступаем им. Да, я точно национала маскулина де футбол аре шанс импортан де квалификаре ла он турнио финала чемпионата Европы де 2020, потому что анул виетор ва демара у нову компетиция Лига Национилор, и се вор квалифика и екипе де ультима урна валорика, de aceea le vom ține pumni și băieților noștri. Dar ai un jucător preferat? На данный момент я не могу сказать, что есть у меня какой-либо любимый игрок. Очень нравился в свое время, когда играл Зинедин Зидан. То есть сейчас импонирует игра Реал Мадрида.